Электропроводку. Все в доме поперегорало. Проводку? Делаю ко гробу. Ко гробу. А почему поперегорало? А шен мыш мазбута. Это ты на каком языке говоришь сейчас? А вроде. А что значит? Потому что неправильно подсоединено было. А ты сейчас все правильно подсоединишь? Табан. Конечно же. Я же профи. Профессионал. Давай, люди. Не делается. А есть у нас изолента? Канцелярский есть скотч. А, нет, малярный. Так, чтобы этот самый не пробивал электричеством. Тебе изоленту дать? Вот это хорошо сделалось, а это не очень, потому что маленький проводок надо подлиннее. Ладно, сейчас попробую еще раз. Ты что, снимаешь? Да. Как ты халтуришь? Твою халтуру снимаю. Все уже сделалось. Нет, не держится, блин. Хреновина. Потому что она такая же маленькая шляпочка, а это большая, понимаешь? А тут маленький проводок. Надо, чтобы был такой проводок. Тогда оно закрепится там. Сделай побольше. Чтобы сделай побольше проводок. У пташечки. Кто кормит нас в холодный зимний час, то Бог заботится о нас и пищу нам дает. И оттого сквозь сложный час вы пойте без забот. Вот видишь, сейчас сделала длинный. Сейчас захватится колпачком хорошо. Так. Так. И эту надо подлиннее сделать. Надо чистить побольше. Хорошо. Я помню, когда я подключала выключатели и розетки, как мне нравилось. Я так медитировала, сидела часами. Знаешь? На заводе с мужиками в бригаде. Стас Михайлович у меня бригадир был. Классный мужик, кстати. Ты знаешь? Стас Михайлович. Он тогда старенький был, когда мне было 18 лет. А сейчас даже не знаю, жив ли он. Сейчас. Бисмилля. Рахман Рахим. Мэлик Яумиддин. Yes. Видишь, как я и сказала, все держится. Yes!